Всем привет, пацаны! Сегодня у нас будет челлендж Standoff 2, только Дигл. Да, я, конечно, без скинов, но я серебряный ветеран. В общем, я продал все скины, чтобы купить один классный скин. Потом вам расскажу все. О, минус. Блин, кто? В первом раунде еще будет изи, но во втором, когда они уже будут с оружиями, а я буду с этим пистолетиком. Блин, ну я и косарей. Ах ты, зараза, с ножом. Все, пацаны, мы выиграли, короче, пацаны, красавчики, затащили туда. Так, ну что ж, берем Дигл. Ой, я его выкинул. Так. Надо, короче, делать методом крысы, потому что с Диглом просто идти в атаку на АК, это 50 на 50. Если вы, конечно, еще не косарылы. Ну, такой, как я, косарыла, это, конечно же. Блин. Минус. Так, там второй идет. Его убили. Так, чекаем здесь. Последний остался. Ветеран, который убил меня в прошлом раунде. Постреляем здесь, чтобы мы отсветились на карте. Он пошел сюда. У меня сейчас капец будет. Уже. А, понял, где. О, минус. Ой, зачем мне этого шака? Если бы найдем Дигл со скином, блин, мне оно не нужно. Так, вот мой инвентарь, чтобы вы видели, только Дигл. Больше ничего. Да блин. Че он выкидывается? Да ё-моё. Всё. Кто-то вышел уже из них. Так, чекаем здесь. Кто у нас здесь? Никого. Здесь кто? Кукую. Ага, блин. Мне же нож можно тоже использовать. Да, я, конечно, очень долго целюсь. Нифига, я даже вошел в самый топ игроков. Хотя я с Диглом вообще как нубик играю. Так, все, пацаны, погнали. Сейчас надо точно затащить, потому что их 3, а нас 4. Так. К5 БМВ. Ну ты же... Это ж ветеран был. Че он вышел за Сашу? Ой, мне надо сваливать. Да в смысле так нечестно? У меня бомба, пацаны. Погнали ее ставить на А. Так, чекаем. Опа, там сак. Некромансер. Как я так... Ах ты ж, Ильич, ну бяра. Изи, я выиграл по киллам. Так, у нас опять бомба, пацаны. Берем Дигл. Я думал, конечно, будет... сложнее с Диглом, но оказывается это не так уж сложно. Так, идем на Б. Со мной даже никто не пошел. Ну ладно, мы сами затащим. В кавычках я сейчас солюсь на первом же чуваке. Опа. Все, изи. Так, сейчас надо день скрысить срочно. Пошел туда, можно в крыску подойти быстро.
Так. О, минус новый. Да блин. Перезарядка. Погнали. Так, быстро плантинг. Так, я буду здесь тогда сидеть, пусть тот охраняет бомбочку. А я здесь буду в крысочку. Присядем. Так, тут вообще охраняет. Блин. Ну все, это трендит, пацаны. Эх, выиграли мы опять, пацаны, тащим. У меня даже скинов нет, если он мне говорит. Да чё, я самый больше по очкам. Так. Давайте, может, с вышечки посмотрим, может, там кто есть. Вы где, пацаны, алё? Налетаем. Понял, где вы? Понял, минус. Блин, Ильича, он же ног, надо было кого-нибудь другого. Ах ты ж. Сака подошел. Так, у нас бомба. Берем дигл. Кстати, серебряный тиран, у меня серебряный дигл. Все подходит. Так, нас уже 5. Это значит, надо их ломать. Ну, это в хороший случай. Так, здесь кто у нас? Опа. Один раз попал, второй попасть и все. Да блин, уйди. Да блин, одного раза не хватило. Ты меня не обгонишь. Так. 28 очков у меня. Ладно, пацаны. Сейчас наберем побольше. Так. Ну что, где вы, кто? Вы. Никого. Так, сюда. Вот здесь кто-то есть. Ух, нифига, прям в хэд попал. Так. Да блин. Так, ну чё, а меня вы его уже за мной копируют. Ах ты мой. Я думал, это я просто, у него заставка такая же. Так, 30 очков. Последний раунд, и будет easy challenge. Так, еще напишите, какие челленджи делать. Может, с USP челлендж, может, еще с чем-нибудь, типа 350. Или с... Не знаю чем. С ножом. Мне это будет слишком сложно. Так. Так, и здесь кто? О, вот. А, там еще одна сидит. Крыска. Вот там. Ой, хорош. Ой, ну Биара затащи его, ветерану серебряному. Ай, красавчик. Так. Дальше что у нас? Зависло что? А, это уже все, изи. Все, пацаны, такой ролик получился. С вами был я, Лазер. Всем удачи, ребят. Всем пока-пока.